Поздравляю с победой. Чего ждали от Айпетри? Думали ли, что удастся победить? Ждали, что будет серьезная игра, потому что соперники из премьер-лиги. Поздравляю, кстати, Гошу со свадьбой. Да, первая победа. Голом отметился, ассистом отметился. Да. Поздравили молодожена, вступили его в брак, вчера отметили. Не с ним, если что. Все, давай пока. Давай. Все, посвящаем победу эту Гоше. И не только. Так, вернемся к вопросу. Да и Петр ждали, что да, будет серьезная команда, сильная из премьер-лиги, смотрели предыдущие матчи, все, в принципе, с которыми командами не играли. Игры довольно ровные, плотные были. Вратарь у них, конечно, в порядке, тащит какие-то лютые мячи. Опять создали мы, ну, просто уйму моментов, не забили. И хочу сказать спасибо Диме Морозову, который отобрал мяч у их вратаря. Не, пошел один на один, он его свалил, ему дали красную, и после этого игра пошла как-то легче. Ну, в итоге, что сказать, очень важный, ценный день для меня. Наконец-то мы победили, еще с таким разгромным счетом. Мне очень приятно, я очень рад. Очень удачливый день, 8 октября. Как тебе погодные условия 8 октября? Погодные условия наконец-то порадовали, а то до этого мы как-то без своей официальной погоды играли. Вот он. Наверное, из-за этого и выиграли, потому что погода наша подъехала на матч. Мы как бы настроились, газон скользкий, мяч круглый, и наконец-то пошло. Следующая игра с Зарядом. Как думаешь, продлите свою победную серию? Если мы привезем такой же состав, как на сегодняшнюю игру, то, я думаю, матч очень интересный получится. Дерби Горного. Соперник серьезный. Будет бороться, как и в прошлом году, за верх турнирной таблицы. У нас не получилось сыграть с ними последнюю игру в сезоне в прошлом году. Ну, не в прошлом году, в прошлом сезоне. Поэтому, да, игра будет интересная. У нас парни заряженные. Если соберем состав, то будет очень жаркий матч.